представить удивительную певицу, которая выйдет сейчас на эту сцену, прекрасную пушкинскую сцену. Наверное, стоит вспомнить строчку самого Александра Сергеевича Пушкина. «Три грации известно было в мире, явились вы, и стало их четыре». Для вас поет народная артистка Грузии, народная артистка Российской Федерации Тамара Гверцители! Очень счастливы сегодня быть в этом историческом, замечательном месте. Спасибо вам. Спасибо вам. С праздником и с трепетом и с волнением я хочу для вас вместе с замечательными музыкантами устроить такой маленький концерт. Спасибо вам. Sure.